Мы взяли и принесли в студию козу. Ну нет, не живую, конечно, козу. Ее сейчас не будет в нашей студии. Мы про вот эту. Да. Это такой... Это такой музыкальный инструмент, и сегодня на календаре его день. День игры. Сложно ли играть на козу? Сейчас мы с Кристиной вместе это проверим. Да, в интернете написано, что проще простого. Но на самом деле на нем нужно даже не играть, а петь. Нужно поднести козу к рту и петь в него. Да, вот эта бумажная мембрана, которая есть внутри, и изменит наш голос до неузнаваемости. Попробуем? Да, давай поиграем. Подхватывай. Я предлагаю... Понятно, что это за песня, я не понял. Поймет ли наш телезритель, что за песню мы ему сыграли. Мы сыграем, проверим прямо сейчас. Поиграем немного, позвоним одному из наших телезрителей, которого заранее мы выбрали. Нет, ну как заранее? Ну как заранее? Люди оставляли номера телефона. Все верно. Рандомно мы определили человека, с которым сегодня поиграем. Это Наталья. Надеемся, что она сейчас не спит, и она с нами на связи. Наталья, доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро. Вы когда-нибудь играли на козу? Нет. Нет, это прекрасно. Мы прямо сейчас напоем вам мотив известной песни. Ваша задача отгадать. Если вы это сделаете, то вы получите билет на каток, самый большой в Тюмени. Поэтому желаем вам удачи. Выбирайте, кто будет вам играть, я или Данил. Кристина. Ой, ну давайте. Все, я готова, желаю вам удачи. Спасибо. Наверное, лучше бы я выбрала Патлина. На самом деле я не поняла. Да? Ну давайте еще раз первый мотив. Смотрите. Нет? Так. Сказала мне два раза, не хочу сказала. Так, забирай меня скорее. Нет, я не понимаю. Смотрите, забирай меня скорей. Увози за 100 марей. Руки вверх. Так, ну группа же знает Наталья, да? Конечно. Да, ну Наталья, вы смотрите нас, признайтесь, программу «Утро с вами». Конечно, каждое утро с вами просыпаюсь. Ой, ну все, отлично. Мы желаем вам классного дня. Мы обязательно передадим вам этот билет на каток. Желаем вам классного катания и до встречи в эфире. Спасибо большое. Все, до свидания. До свидания. Спасибо за игру.